Итак, ответ на вопрос от капитана Очевидность о том, как убрать ошибку в Redshift с Normal Bump и во время использования Forest Pack. Итак, когда у нас выбран Redshift, если просто применять Forest Pack, допустим, и выбрать какую-то модель из библиотеки, любую, чаще всего, когда вы запустите рендер EPR, у вас появятся такие ошибки. Типа Normal Map не поддерживается в Redshift, так как большинство моделей Forest Pack используют стандартную карту Normal Bump. Чтобы это исправить, нужно выполнить такие шаги. Во-первых, сразу в этом окне нажать правую кнопку мыши Clear Messages, чтобы не отвлекало. Затем нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Redshift Converter. Здесь отмечаем эти все опции, они по умолчанию будут отмечены. И нажимаем кнопку Start Conversion. После чего обязательно 1, 2, 3, 4, 5. На все кнопки нажимаем. И как только мы запустим Redshift IPR, ошибка должна исчезнуть. Вот, как видим, просто VPR сохранилась, сейчас ее нет. То есть, когда рендерим, данной ошибки уже нет. И если проверить материал, то есть нажать M, взять пипеткой материал, то везде в слотах после конвертации в Maps вместо Normal Bump будет RS Bump, который, ну, автоматом все карты, которые были в Normal Map, назначит правильно. И будет RS Bump Map, RS Bitmap, и все будет работать отлично. Все, благодарю за просмотр. Желаю хорошего настроения.